Жители Затверечья, рискуя жизнью, переходят дорогу по пути в магазин или аптеку. Проблема в том, что подход к пешеходному переходу наглухо завален снегом. Полутораметровый сугроб, препятствие, которое преодолеть тверичане не могут. Кто виноват, а главное, что делать, в ситуации разбиралась наша съемочная группа. Препятствие высотой 1,5 метра, чтобы перейти дорогу в магазин. Тверичанам приходится взбираться вот на такую горку. Конечно, не каждый рискнет здоровьем спрыгнуть с нее и перейти дорогу, не нарушая правил дорожного движения. Злосчастный переход находится в частном секторе Затверечья на пересечении Третьяковского переулка и улицы Первая Новозаводская. Пожилые тверичане, мамы с детьми – основной контингент, который здесь проживает. По сути, оказался без безопасного пути в магазин и аптеку. Брать барьер тверичане не рискуют, хотя попытки явно у некоторых были. Об этом говорят следы на полутораметровом сугробе. Выход, конечно, есть, но какой? Обойти большой сугроб и по проезжей части дойти до пешеходного перехода. Безопасно? Не очень. Приходится делать достаточно рисковый маневр. Надо обойти вот эту большой сугроб, после этого дойти до пешеходного перехода. Как видите, иногда машины не пропускают. И только вот тогда перейти дорогу. Но и здесь сделать это не получится. Здесь тоже не расчищено. Тверичане, по сути, оказались в тупике. С обеих сторон от пешеходного перехода огромные сугробы. Мы отправили запрос в администрацию города, чтобы узнать, кто ответственный за соблюдение качества расчистки проезжей части и безопасного движения как для водителей, так и для пешеходов. О том, как разрешится ситуация, мы обязательно расскажем в следующих выпусках новостей.